Обсудили дела рабочие. В Москве прошла встреча губернатора Павла Конькова и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Глава региона доложил руководителю Минпромторга России о ситуации в промышленной сфере Ивановской области. Подробно остановились на взаимодействии в области сотрудничества с агентством стратегических инициатив. Также Денис Мантуров принял приглашение в сентябре принять участие в открытии двух ивановских производств, получивших займы Фонда развития промышленности компаний «Нафтекс» и «Протекс». Стороны договорились о плотном взаимодействии в реализации проекта строительства комбината синтетического волокна. Министр дал поручение отслеживать в ежедневном режиме взаимодействие как с инвестором, так с правительством региона, так и с Внешэкономбанком, что для нас сегодня очень важно. Кроме этого, мы обсудили вопросы, связанные с перспективами высокотехнологической мусоропереработки в Ивановской области.